Добрый день, с вами магазин лодки Питер, и сегодня речь пойдет о исключительной лодке. Это новинка прошедшего 2017 года, лодка компании Hunter, а именно Stealth 275 Aero. Начнем, как всегда, с технических характеристик лодок, куда же без них. Длина данной лодки составляет 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,40 м, и при такой длине и ширине баллон лодки составляет 40 сантиметров, что в принципе немаловажно при таких размерах. Лодка считается комплектом эгоиста, то есть она отлично подойдет одному человеку, но при всем желании в ней можно разместиться и вдвоем. Идеальной мощностью мотора под данную лодочку будет мотор мощностью в 5 лошадиных сил. Кстати, с мотором данной мощности один человек весом до 75 кг с легкостью может выйти в режим глиссирования и развить на этой лодке скорость до 30 км в час. Таких достаточно хороших скоростных показателей лодка достигает за счет небольшой умеренной гелеватости под днищу, а также умеренно задранной носовой части, которая помогает с легкостью проходить любую волну. Что еще стоит отметить по управлению и эргономике данной лодки? Находясь за румпелем, ты чувствуешь себя достаточно уверенно, лодка достаточно плавно входит в любой поворот и управляется, соответственно, тоже достаточно легко. Она не виляет по прямой и, заходя в поворот, не теряет свою курсовую устойчивость, что тоже немаловажно. При достаточно низкой розничной стоимости эта лодка может похвастаться и богатым оснащением. На носовой части у нас установлен ремонтка вместе с направляющим роликом. Также присутствует привальный брус. Ну и главным нюансом этой лодки, а точнее ее изюминкой, является ее вес. Вес ее составляет всего 24 кг. Лодка невероятно легкая, вы сможете в одиночку с легкостью транспортировать ее от машины до берега и обратно, при этом не прикладывая каких-либо дополнительных усилий. Что, в принципе, я могу вам прямо сейчас продемонстрировать. Ну, собственно, в таком положении вы сможете с легкостью донести лодку до водоема, либо обратно. С вами был магазин лодки Питер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч!